По федеральной программе развития образования совсем скоро начнется капитальный ремонт и реконструкция 10 детских школ искусств республики. Какие объекты еще ждут преобразования нашей съемочной группе, сказал министр культуры Карачаево-Черкесии Рамазан Бароков. Алла Динаева подробнее. Еще в 2019 году по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова был проведен мониторинг состояния учебных заведений дополнительного образования Министерства культуры республики. А их 28, рассказывает руководитель ведомства Рамазан Бароков. Детально изучив состояние всех объектов, комиссия отобрала те, которые особо нуждаются в ремонте. Определены 10 наших учебных заведений. Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на сегодняшний день подписано, они определены, и мы уже дали, значит, поручение муниципальным образованиям проводить все конкурсные процедуры, чтобы начать быстрее, для того, чтобы учебный год не сорвать для наших учебных заведений. Все работы по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств проходят в рамках реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей и реализации мероприятий молодежной политики государственной программы России «Развитие образования». На сегодняшний день все процедуры определены. Сегодня идут, значит, работы по подготовке и началу ремонтных работ. Вот как завершится вот эта документальная часть работы, да, и карантин как пройдет, начнутся уже? Нет, карантин нам не мешает, строительные работы будут начинаться. Думаю, что в течение 10-15 дней завершатся эти все процедуры, и мы начнем ремонт. Глобальные изменения ждут и колледж культуры и искусств имени Аслана Даурова. По поручению главы республики в 2011 году была заменена крыша здания, а теперь здесь проведут реконструкцию. Планируется при колледже открытие и виртуальный концертный зал. Как рассказал министр культуры Рамазан Баруков, капитальный ремонт будет произведен в 8 учебных заведениях дополнительного образования в различных городах и районах республики. А в детских школах искусств аула Псыжи города Черкесска будет проведена реконструкция. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.